зовут Ирина Чернова Бургер, и я представляю на этой выставке вместе с моим партнером нашу компанию «РУС СВИСС Иммобилиен». Наша компания была создана в 2007 году. На этой выставке, именно на этой выставке, мы присутствуем впервые. Нашим присутствием на этой выставке мы преследуем две цели. Первая цель – мы хотим показать, какое интересное инвестиционное поле страна Швейцария. Вторая наша цель – мы заинтересованы в прямых контактах с нашими партнерами, с нашими потенциальными клиентами, со всеми заинтересованными лицами, кто хочет купить недвижимость в Швейцарии. Почему интересна страна Швейцария как страна для инвестиций? Ну, вы знаете, в Швейцарии нет перегрева рынка. Это значит, что нет опасности внезапного обвала цен на недвижимость. Цены постепенно, но неуклонно растут. В Швейцарии очень благоприятный налоговый климат. В Швейцарии также стабильная экономика и ясная, четкая правовая основа, которая позволяет нормальному функционированию такой области, как недвижимость и вложение капитала в недвижимость. Наша компания предлагает и коммерческую недвижимость, и недвижимость частную. Это частная недвижимость – это шале, это виллы, дома, или это небольшие квартиры и даже совсем недорогие студии. Я хочу подчеркнуть, что многие думают, что это страна только для очень дорогого сегмента. Это не так. Мы можем предложить недвижимость для разного бюджета и для небольшого бюджета и в разной ценовой категории. Швейцарская недвижимость, она дороговато, конечно, для россиян, но она того стоит. Частная недвижимость дорожает медленно, но регулярно. Почему? Есть разные факторы. Есть стабильная экономика в Швейцарии, есть также благоприятный налоговый климат. И, конечно же, мы говорим о твердой швейцарской валюте, о швейцарском франке. Да, приобретение в швейцарском франке – это приобретение в надежном денежном эквиваленте. Это долгосрочная перспектива. Это не та инвестиция, которую можно приобрести и через год ее выгодно продать. Как правило, это интересует клиентов, которые делают такой портфель для того, чтобы совмещать с какими-то другими инвестициями по приобретению недвижимости. И, конечно, через какое-то время этот портфель он работает, он окупается. Мы предлагаем такие объекты, которые уже как бы разрешены для продаж иностранцев. Но разрешение, оно может получаться благодаря разным обстоятельствам. Например, наше предложение объекты, студии или апартаменты в кантоне Граубюнден, в строящемся отеле Граубюнден, там разрешена продажа иностранцам уже изначально. Иногда нужно покупать, например, акционерное общество. Вот, например, предложение «Фитснау» под Люцерном. Это покупка акционерного общества или части акционерного общества разрешает также покупку приобретения апартаментов в этом конкретном комплексе. Да? Конечно же, нужно смотреть, в каком районе или в какой конкретной коммуне есть возможность. Просто в некоторых коммунах уже квота перешла 20-процентный рубеж, и там приобретение недвижимости иностранцами возможно только как вторичное жилье. Там уже мы не можем в каком-то строящемся новом объекте предложить что-то конкретное, к сожалению. Да? Есть квоты в Швейцарии, на распределение квот, оно тоже происходит очень неравномерно. Если в некоторых регионах квоты для покупки жилья иностранцами уходят достаточно быстро, и даже выстраивается очередь, и очередь ожидания на эти объекты, и нужно ждать возможности приобретения на следующий год, то есть такие районы, где квоты даже и не выходят все в течение года. Но
мы можем назвать некоторые районы в Бернском Оберланде. Наша компания, мы позиционированы в городе Тун, это недалеко от Берна, это очень красивая природа у нас, конечно. И, что интересно, это даже как бы жемчужина Швейцарии, она еще не знакома многим российским инвесторам. Мы предлагаем... Активно предлагаем недвижимость в нашем регионе, потому что она в разы дешевле, чем в таких регионах, в таких раскрученных регионах, как Цюрих или Женевское озеро. Хотя, конечно, у нас тоже там есть объекты, тоже мы подыскиваем жилье и бизнес в этих регионах. Но вот особенно как бы мы приглашаем посетить и ознакомиться, или, может быть, провести ознакомительную поездку и посмотреть на возможности инвестирования в Бернском Оберланде. Наш девиз – это просто, целесообразно и, в общем, информативно. Поэтому мы всегда приглашаем не сразу определяться с тем, что хотим. Нужно сначала подумать, какая перспектива нас интересует. Может быть, это инвестиция в будущее наших детей. Может быть, это инвестиция в какие-то цели, которые мы ставим в будущем для нас самих. Мы можем вам предложить обзорный тур, ознакомительную поездку, знакомство со строящимися объектами и, может быть, какую-то тематическую экскурсию, которая вас интересует в зависимости от ваших конкретных пожеланий.